немножко достала эта тематика с хамством в отношении ребят, которые занимаются ремонтом машин, заливать в масло, в масляный фильтр или нет. Сейчас я вам покажу на примере. Тут очередной клоун, очередные байки всякие показывает вам. Сейчас мы покажем вам, как чувачок наколол 200 тысяч человек. Обманули. То есть 200 тысяч человек держат за дураков. Один клоун держит за дураков 200 тысяч. Что нам понадобится? Масляный насос от классики. Масляный фильтр новый от Honda. Взял вот такой переходничок. Сюда его вкрутим. Прозрачный шланчик. Ну, тут замечательно просто. Вот. Что мне не понравилось, и я был крайне возмущен, что человек крутит дрелью насос, и у него едва-едва идет масло. Я сразу понял, что человек просто обманывает всех. Почему? Сейчас показываю. Наливаем масло. И для того, чтобы масло из масляного насоса пошло, нам, о чудо, не понадобится никакая дрель. Мы возьмем и просто пальчиками покрутим. Вы замечаете, да? Ай-яй-яй. Мне кажется, кто-то кого-то обманывает. Мне сразу это не понравилось, этот обман. Я решил вам его продемонстрировать. То есть человек вас просто обманывает. Чтобы масляный насос работал, хватает движению пальцами. Пальцами. Я кручу насос пальцами. О, мне не нужна никакая дрель. Теперь мы нальем масло в масляный фильтр. Дело в том, что мы не можем, я не могу обеспечить налив масла сюда. Буду наливать масло, давить насосом. Вот в это, минуя обратный клапан. То есть клапан не будет работать. Вот здесь, чтобы появилось масло, мы, я прижму сейчас чем-нибудь, я не знаю, спичками там. Мы его аннулируем, ставив зубочисточки. Тем самым как бы откроем. То есть к чему я говорю? К тому, что человек не алё, ни в математике за 7 класс, ни в геометрии за 9. Он вообще не алё. Вот мы просто откроем. Он даже не может проводить эксперименты. Наливаем фильтр масла. Вот при вас прям наливаю. Бумага промочена. Да? Масло есть. Теперь прикрутим наш переходничок. Нам не испачкать поставить-то. Теперь поставим его вот так. Ага, здесь надо чем-то уплотнить, да? Так. То есть вот собрал конструкцию, отжал клапан, здесь уплотнил, ну, просто изолентой. Фильтр здесь. Маслица, как видно, да? Чтоб не было там глупостей каких-то. Так. Попробуем все это дело не пролить. Или пролить не так сильно. Оп. Ну что, начинаем крутить руками. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, что делать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И без проблем, да? И масло-то у нас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И вообще без проблем, представляете? И без дрели. И без дрели, главное. А теперь обратно высосим рукой. Хоп. Воздушный пузырь, который не пробивает фильтр. Опять рукой раз-раз-раз крутим. Ой, что же делаете такое, а? Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, что это такое? Без дрели. Мне кажется, вас всех кто-то обманул несколько. Не? Вот выбираем обратно. Делаем воздушный пузырь. Воздушный пузырь, который невозможно пробить масляным насосом, потому что воздух, насос... Я рукой кручу пальцами. Еще раз. Подхватываем масло. И теперь представьте, что какое давление будет создаваться дрелью. То есть вы понимаете все, что у вас просто тупо клоун развел. У меня такой вопрос. Не стыдно, не? Разводить народ. Ребят, я когда посмотрел это видео, у меня сразу отложилось такое впечатление. Странно, как так? Дрелью крутится. Масло идет, да ему пофигу. Это я еще раз говорю, напоминаю, это классический масляный насос. От классики наш. Элементарно наполненный фильтр
пробивает руками. О, еще раз. Оп. Ай-яй-яй. Что ж такое-то? Почему-то воздушная пробка не рвет фильтр. Мне хватает движения пальцев. Чудо! Просто какое-то чудо. Весь перепачкался, правда. Я ничего никому писать не буду. Если хотите, напишите этому клоуну. Извинений мне тоже не надо. А то там обезьянами каким-то механиков выставляет. Он сам натуральный клоун. Без обид. Ну, пускай не обижается, ну просто клоун. Можно наливать фильтр мост. Можно не наливать. Я оговорюсь. Единственное, утверждать, что наливать масло в фильтр нельзя. Это бред. Бред не собачий, ребят. Почему я все время наливаю фильтр масла? Да мне удобнее смазать резинку, когда я пшикнул в масло, масло в фильтр налил, и мне удобно резиночку смазать. Наверное, это из этого. Нету никакой, то есть можете наливать, не наливать, фигня, это просто смешно. Но вот обман вот такой, ну, ребят, я не знаю, как вот, как с этим дальше жить. Никакой воздушной пробки не создается. Возможно, возможно, она создается, если у вас какой-то странный, некачественный фильтр. Все, с вами, как всегда, Гашан. Победитель ютубных блогеров, неадекватов, технически безграмотных бездарей. Всем клоунам привет. И еще раз повторю, не занимайтесь хамством в отношении людей, которые профессионально занимаются долгие годы работы. Ну почему еще заливаю? Потому что это более практично залить в масляный фильтр и смазать резинку, чем открывать канистру, макать палец, смазывать резинку, тащить, капая с пальца. Плеснул на фильтр и протер резинку. Ну уж кто плеснул, а кто налил. Вот и вся разница. Еще раз повторюсь. Все равно, наливать, не наливать. Не упирайтесь в эту чушь. Хотите наливайте, хотите нет. Ах, и да, ну и советовать заливать мне масло. Или не советовать мне заливать масло. Я думаю, очень глупо. Потому что я работаю с машинами. А тот, кто советует мне, как мне работать, сидит на диване и попивает пивко.